Мелбет, первая лига, 11-й тур. Сегодня Russian Boy и Белорашен Бой. Вот они во главе с Алексеем Багой. Это команда «Сокол», белорусский коллектив. Почти песнеры. Какую песню сегодня сыграют нам на домашнем стадионе «Локомотив»? Саратовцы. Что Сочи готов противопоставить? И стартовый свисток Игоря Панина, рефери из Дмитрова, Московская область. Он сегодня главный. И неплохо! Нет вне игры. Обработка подвела. Обработка подвела. И вот Максименко, о чем я говорю. Может своего шанса дождаться и в штрафной уже под левую пробить вдали. Артем Максименко. Еще раз приветствуем. Ай, как классно было. И ворота пустые. Нет, успел вернуться Дегтев. Но вот «Сокол», а? Алексей Бага, двукратный чемпион Белоруссии, чемпион Литвы. Шанс, ну-ка! И вынос Суслов еще раз! Героическим образом Сочи отстаивает ноль. Что сейчас Кирилл Суслов сотворил? Подключение Чурикова очередное. И забивать можно, ну как не попал. Вот еще момент. 3 минуты 4 в начале второго тайма. Сочи не видно, а «Сокол» Бага настроил. Рекордсмен Павел Маслов, которому всего 24 момента. И подарили шанс сами. Отскок, рикошет, бросаются. Чем закончится? Угловой. Ну вот и Сочи отвечает. Бурмистров показывает, что он ждет. Спокойно, спокойно. С левой ноги подача, удар, и влетает мяч в ворота. Бурмистров, какая голевая, кто это, Марсело? Капитан, когда нужно. Капитанская точка этой атаки. Марсело, второй гол в сезоне, он забивает в гостях, он забил в Ярославле, и теперь он забивает в Саратове. Кто? Теперь в центре. Писарский забивает второй. Нужно и заканчивать все. Вот этот момент был. Момент матча. Не придется ли потом упущенную победу из-за этого момента вспоминать? Морено, там Литвинов и Магаль готовы появиться в оборону. И 1-1. Не успеют. Не успеют выйти. Тоже стандарт. И Алаверды. Самко. «Сокол» сравнивает, 67-я минута, через 5 минут то же самое, тоже с правого фланга, тоже подача и тоже удар головой в паутину. Сасин накручивает, проходит, подает, и второй можно вколачивать. Это опять был Самко, летел он на второй гол. Что Сочи? Морено сам не понимает. Пятка Сафронова, Магаль! Перекладина. Был шанс вырвать победу за 5 минут до конца. В атаку. И сейчас шанс есть. Падение, это пенальти. Панин. Или желтая. Что? Это красная. Красная. И это фол последней надежды. Самко предлагает поставить на точку. Смотрите, двое парней светлом в стенке. Туда бьет, куда нужно. И Дегтев. А ведь рикошет был. Дополнительные сложности удар этот вызвал у голкипера гостей, но справился Саша. Первый матч в истории противостояния этих команд. Гол Марсело. Удаление Сафронова. Без этих ребят в следующем туре. Все. Игорь Панин свистит. 1-1. «Сокол». Такое ощущение, был ближе, но и у соперников были шансы. Такой результат, который справедлив.